Всем привет! На связи про блокчейн. Сейчас постараемся с вами разобраться в приложении Amazy от Сергея Косенко. Естественно, он его делает не сам. У него есть партнеры, которые да, изобретают и делают массу разных игр. А вот сейчас посмотрим, как все это дело выглядит изнутри. Прощайте, добро и зло. Ну давайте быстренько взглянем на сайт Amazy. Он есть и на русском, и на английском. Я сразу переключил на русский, чтобы нам было максимально удобно. Amazing Real на основе BNB Chain. То есть мы сразу понимаем, что первая сеть это будет BNB. Естественно, мне кажется, потом будут еще добавлены другие сети. Может это будет Polygon, может это будет эфир, когда он наконец-то перейдет на пост. Значит, Эмези это будущее фитнеса, оно уже здесь, да, это лайфстайл приложение, которое позволяет оставаться в форме и зарабатывать одновременно. А Сергей был на конференции в Сочи на про блокчейн и он сказал, это не play to earn, это Play and earn это move and earn, то есть, вы двигаетесь и зарабатываете. Не обязательно, да, то есть, вот только двигаться, чтобы зарабатывать, и вот что такое. Значит, на сайте есть ссылки на все необходимые каналы. Очень хорошо развиты сети. Это вот можно прям отметить. То есть, в плане маркетинга ребята заморачиваются. Это однозначно плюс. То есть они прям молодцы. Но так ли, да, сильно приложение, как силен их маркетинг? То есть Сергей выступал, сказал, что вот те блогеры, которые сейчас поддерживают данный проект, там много русскоязычных блогеров, много блогеров-миллионников. Это далеко не все, которые есть. И потихонечку будут выходить еще ребята зарубежные, тоже очень мощные. То есть, как бы в целом, Ждем от них там сильнейшей прокачки. Много а, разных партнеров. И вот они как раз, видите, среди селебритис все здесь указаны. Вот Броди Дженнер, а, 3,5 миллиона подписчиков. Кен а, Гриффи, а, Даллас Оустинг, Клава Кока. Ну, тут в перемешку, да, ребята. Тут Ханна. Ну, тут прям плотно, плотно, плотно. Это вы сами и без меня Полетайте, посмотрите, значит, и полистайте. Геймплей. Выбери кроссовки, которые соответствуют твоему уровню. В чем подразумевается уровень, да? То есть, рейнджер, хайкер и спринтер, скотчер – это а, различная скорость, которая вам понадобится для того, чтобы вы смогли зарабатывать внутренний токен. То есть, здесь все очень похоже со степан, примерно та же механика. Вы а, любите бегать, вы выбираете допустим, себе кроссовки, которые поддерживают дистанцию, допустим, от 4 километров в час, допустим, там, до 20, то есть вот такой раньше. Если вы любите ходить, вам нужно что-нибудь от 1 километра, допустим, до 6. И вот это все, естественно, есть. Вы эти кроссовки на внутреннем маркетплейсе покупаете. Мы сейчас все прям в приложении с вами посмотрим. И дальше начинаете их уже прокачивать. Есть эффективность, есть удача, есть комфорт, есть прочность. То есть эти все механики, они не стали выдумывать велосипед, они взяли механики как у степан. Игра себя хорошо показала, всем понятно, зачем придумывать что-то новое, да. И в общем-то вы дальше уже это все дело двигаетесь, все очень похоже со степами, и с другими, да, мультуерными, побежали или пошли, закончилась ваша энергия, вам все это насчитали, но сейчас те, кто придут на сайт, вы не сможете начать тестирование, скачать приложение, пока вы не сможете. Вот то, что я говорил, да. рейнджер у нас 1,6 км в час, Хайкер. 4-10 км в час спринтер от 8 до 20 км это, сумасшедшие люди а кочер от 1 до 20 то есть вообще самый классный рейндж да то есть вы можете как бы и бегать и ходить да вот, вот такая вот история по поводу токеномики AMT токен внутренний его неограниченное количество ASI токен 1 миллиард это токен governance который как бы Двигает проект, да, он основной токен, там он много еще для чего пригодится, возможно, и а, вот в этом мультиверсе, который они будут делать. Дальше у вас будет аренда, будет покупка. То есть, все тут хорошо, как обычно. Это мы примерно все понимаем. В общем, давайте теперь. То есть, кстати, очень быстро ребята двигаются, да, то есть с первого квартала 2022 -го года сформировали команду, согласовали концепцию, запустили приложение Miles Web Store, и потом уже на базе него, да, то есть, они начали это все дорабатывать, собирать, бам-бам-бам. То есть супер ритмично, супер быстро и выходит выходят они, получается, 13 июля. Я записываю данный ролик 9 июля, а 13 через 4 дня они выходят на CDFI. Это одна из таких прокачанных площадок, там много проектов выходило. Естественно, сейчас у нас медвежий рынок. Как будет обстановка там, да, да даст ли проект иксы, пока никому не понятно. Еще и плюс под каждый видос с эмэзи, под каждый пост насыпают прям много хейта, много комментариев. Не любят наши люди, да, русские проекты. Причем сами русские люди не, лю не любят свои же русские команды. Это, конечно, странная история. СМИ, то есть много кто писал про них, да, ну то есть на самом деле прям маркетинг сильнейший. А, команда. Сергей Косенко, ну, об этом вы видели, да, и на афише, и вы непосредственно знаете. Я думаю, что комментариев под этим роликом будет немерено, не что это скам там, фейк, шляпа, говно, продались, опустились. Но, тем не менее, ребята, знаете, как говорится, собака лает, караван идет, и ребята двигают свой караван. А мы должны об этом рассказывать в любом случае, да. То есть, это тренд, это проект, который вызывает неоднозначную реакцию, значит, о нем нужно рассказать. Просто, как бы, вы знаете... И не, не нейтрально, да, не а, хорошо, не плохо, а нейтрально, вот как есть. А, вот, вот вам команда, команда перед вами, консультанты. Александр Авин, а, Василий Истомин, Алекса, Алексей Воробьев, Владислав Мартынов. А, кстати, вот этот дядя Мартынов, может быть, вам известен, да, он привозил сюда Виталика Бутерина, в общем, такое известное лицо. В общем, вот такой вот сайт, зайдете сюда, приложение пока скачать вы не можете, но, но, мы для вас достали приглашение через тест-флайт. И сейчас я все это дело буду показывать. Давайте смотреть, как же выглядит приложение. Я в нем прошел уже больше 10 километров, и сейчас покажу, как приложение выглядит изнутри. Итак, чтобы попасть и потестировать приложение, мы, как СМИ и как блогеры, которые инвестировали в платформу, да, то есть мы еще и заплатили денежек, получили аллокацию, мы получили специальный доступ для блогеров. Есть приложение Test Life, в котором тестируются разные всякие приложения уже внутри экосистемы Apple. А вот у нас последняя версия. Вы видите, что это версия 2.027 в скобочках еще и 5. То есть это уже 27-я версия, еще и пятая какая-то итерация. То есть постоянно, постоянно что-то здесь меняется. Мы нажимаем кнопочку Открыть приложение, запускается приложенька. Нарисовано максимально понятно, максимально просто. Вот здесь вот сверху вы видите свой профиль. У меня там написано, видите, мордочка, да, и 10.8 километров. То есть почти 11 километров я прошел. Сверху мои токены, моя энергия. У меня два кроссовка, вот, и у меня две энергии. Один кроссовок у меня Hiker Range 4.10, я с него начинал. Второй кроссовок я докупил 1.6 Range, это Ranger. Вот, вот он самый удобный, видите, у меня даже 99 здесь у него осталось энергии для того, чтобы ходить 99, да, если вы опустите ее до нуля, то он не будет вам начислять, соответственно, внутренний токен. Какие параметры у моего кроссовочка вот этого рейнджера? 7, 4, 6, 4, то есть это такой неплохой, да, параметр. Я могу сейчас пойти, вот я 10 а, токенов могу зарабатывать максимум, то есть у меня 0 из 10 и 2 энергии, то есть она у меня пополнится через 1 час 59 минут. Я могу пройтись, потратить, и она заново опять пополнится. То же самое, как бы, причем я могу пройти одну энергию на одном косоке, вторую энергию на другом, если захочу, да, чтобы а, Но ну, это такое. В любом случае, все у меня падает на общий баланс, а дальше уже, да, вы когда провалите кроссовочек, вы также его можете внутри прокачивать, Тут есть, видите, менты у меня 0 из 7. То есть все максимально похоже на степан. То есть вам не придется, если вы играли в степан, если вы ходили со степан, вам будет здесь все максимально понятно. А, есть, видите, номер кроссовка 464. Левел а, у меня нулевой. Перформанс семерочка. Фортуна 4, Joy 6, Durability 4. Ну, может, немножко какие-то моменты по-другому назвали. Также я вам могу левелапнуть. И вот единственное отличие от степа на текущий момент, не знаю, будет ли так дальше, да, то когда мы нажимаем подтвердить, вот, все там, там допустим, куда я хочу, все в перформанс, да, нажимаем Confirm, и у меня, значит, в этот момент, все видите, все тут отправилось, но транзакции, допустим, покупок и так далее, они идут через, или если я захочу, допустим, какой-то кроссовок. Давайте хайкер, допустим, я захочу его продать, sell. Допустим, там по какой-то э, цене, да, к примеру, Next, и у меня вываливается MetaMask, ребята. То есть меня, видите, бам, и перебрасывает в MetaMask. Есть отдельная тест, тест э, то есть я настроил э, специально ноду, ну как бы не ноду, да, а RPC настроил под имэйзи e и все подписывается внутри через MetaMask, то есть не внутри приложения, а через MetaMask. И а, отчасти это, наверное, хорошо а отчасти, наверное, кому-то будет неудобно. Да? То есть те ребята, которые как бы привыкли, что все уже внутри, у вас тут есть да, ваш там, кошелечек, чик, там у меня, видите, 500, 956 BUSD, но это все, опять же, тестовый, да, заработано вот 8,6 MT токенов. Вот у меня тут еще BNB для того, чтобы все работало. Но это, опять же, да, вот видите, мои сникерс, мои кроссовочки вот здесь отмечены внизу. Это все как бы nft в тестовой сети. Вы должны понимать, что это все в тестовой сети. Но все транзакции, то есть покупки, перемещения, ну, то есть такие главные, да, они осуществляются через Metamask. То есть мне еще дополнительно, чтобы с взаимодействовать с приложением, нужно установить Metamask. Хорошо ли это для масс-адопшена? Насколько это поня понятно, да? Это вопрос. Вот вы в комментариях напишите, как бы было лучше так также сделать, как в Stepan, все внутри приложения, да, и, и тогда есть вопросики, да, как, как вот сколько этих NFT было, кто их как бы примайнил, приминтил, когда все как-то внутри там на маркетплейсе происходит, либо когда действительно каждая покупка, каждая, каждый кроссовок это реальные NFT, вот их вначале должно быть 15 тысяч, то есть они будут такой делать какой-то плавный анбординг, а потом уже люди будут их минтить, да, появляться будут новые кроссовки, все это четко в NFT, это все четко подписывается, каждая транзакция подписывается через метамаски, как бы немножко неудобно, но максимально, типа, честно, максимально прозрачно. В общем, я думаю, здесь будет какой-то хвост будут потом принимать решение оставлять так и, и, или все-таки где-то в настройках приложения менять а, возможность использовать внутренний только кошелек или подписывать через Metamask. Мне кажется, вот этот выбор был бы правильный. То есть вы по умолчанию можете сделать максимально просто, чтобы все было через вот этот вот внутренний кошелек. А если вы хотите а, быть вообще там супер криптоном, вы уже в настройке можете зайти и себе сказать, я хочу подписывать через... Метамаск. То есть вот у меня есть Метамаск, я с него буду работать. Вот это было бы вообще крутяк. Не знаю, получится ли так решить там с Apple, но, наверное, допустим, на Android-версии можно было бы, наверное, точно так сделать. В любом случае, ребята уже прошли опрувы и у Android, и у Apple. Скоро все будет выкатываться. Значит, ждем скоро их. На CDFi листинг должен теоретически состояться 18 июля. 18 июля уже должен быть листинг, и листиться будут они тоже на двух из топовых бирж, то есть он показывал скриншот, там было 5 или 6 бирж, там Binance, ATX, Bybit, Gate, там еще какие-то Coin, по-моему, Huobi. И вот на каких-то вот из этих он предложил Серегу угадать, где же мы залеземся. Но я думаю, 18 числа мы уже посмотрим это через, сколько там, через 9 дней от момента записи. Так что вот так выглядит приложение, ребят, максимально как бы, да, понятно. Кроссовочки нарисованы, как по мне, красиво. Еще и будут, или уже есть все 3D-версии этих кроссовок. Marketplace – то же самое, вот, вы можете по фильтрам, допустим, выбирать, какие вы там кроссовки, там, рейнджеры вы хотите, хайкеры, спринтеры, кочеры, листинги, да, какие левелы и т.д. и т.п. И потом все это дело, там, не знаю, фильтруется, ну, вот мне один только выпал, я тут что-то накрутил на фильтрах. Вот видите, 7 тысяч а, тестовых монеток он стоит, у меня столько даже нет вот такой, но он зато офигенно красивый, смотрите, какой, там прям модный, вот <laughs> я бы себе такой взял. В общем, а, вот так выглядит приложение. А, красиво, понятно, ничего нового, да, супер, никто не выдумывал. Единственная новизна – это то, что значит, подключается дополнительно MetaMask. То есть, если я вот захочу купить, бам, и мы полетели с вами, видите, в MetaMask. Загружается, все вот так, вот покупка выглядит, бай. Ну, у меня нет столько бабок, ребята, я, говорится, столько бабок не заработал еще. Ну, в общем, вот, вот такая вот история, вот так все это выглядит изнутри. Ребят, жду в комментариях срач, естественно, да, насколько это говно или насколько это клево, что получится с токеном, будут ли иксы или будет скам. Но в любом случае мы приложение тестируем. Вы видите, я лично своими ногами 10 километров, почти 11, находил. Все работает, все начисляется. Все нарисовано, все классно. Вопросов, в принципе, нет. И единственный это вот эта история с метамаском. Для меня она понятна, мне это было легко. Но для кого-то может быть и сложно. То есть, если вы нажмете став, да, также произойдет, произойдет отчет. И как бы вот он начинает а, трекать а, мою позицию, все, но ну, я сижу на жопе ровно, а, и поэтому и никаких здесь не будет у нас а, скоростей, я также могу остановить это все дело, да? Ну вот он что-то тут вот, я помахал им, и он даже немножко показывает, что я а, что-то делаю, смотрите, 0,002 вот, сантиметра, сколько там, 2 метра, да, намахал. В общем, а, вот такая вот история. А, жду комментов. с вами был про блокчейн, а, увидимся в следующих видосах, всем всего хорошего, пока.